Всем привет! Сегодня мы на Асакусе. Вы уже знаете о районе Асакуса. Сегодня мы кушаем здесь шабу-шабу. Шабу состоит из очень многих компонентов, и все готовят сами гости. То есть приносят большой чан с двумя соусами, либо с одним соусом на выбор, кладут все овощи, мясо и наслаждаются процессом готовки и поедания этого классного и очень вкусного блюда. В данном ресторане дают 100 минут для того, чтобы ты мог наесться, уесться, укомплектовать свой желудок. Вот. Стоит бар с овощами. И также беспредельно много приносит мясо. То есть ты съел, можешь заказать еще. Это входит все в сумму. Мы заплатили за одного человека 2000 йен. Это примерно $20. $18. Здесь, значит, в этой тарелке я набрала овощей. Это проростки бобов, пекинская капуста, гамаш, как это называется, не знаю, вот, золотые грибы, тофу, тарелка огромная с салатом стоит там у Женьки. А, потом нам, значит, я взяла вот такую вот лапшичку, как она называется, положенная тоже, я ее обожаю лично. У нас здесь два соуса, шабу-шабу, это сладкие с кияки, и один взяли острый, бульон с чинчи, чтобы так, придать остроту. Кладем все так же, стараемся класть все, каждый овощ, каждый ингредиент в своем углу, не делая больше. Каждому члену трапезы приносят по одному сырому яйцу. Это соус. Один из соусов, которые макают мясо уже сваренное и овощи. У нас тут три тарелочки, три маленькие тарелочки. В каждую тарелочку набирается по одному из супов с овощами. И вот третья маленькая тарелочка с яйцом. Мы его взбалтываем. Берем мясо. Я начну со сладкого бульона. Макаем в суп. Оно варится моментально. Макаем в сырое яичко. Может выглядеть не очень эстетично, но это очень вкусно. Блюдо приносят в три вот таких вот бутылечка красивых. С разным наполнением, содержанием. В одном бутылечке это вода, чтобы разбавлять бульон, если, например, вы его весь съели или выпили, и вам нужна еще жидкость. В другом бутылечке соус, в данном случае к кимчи, к бульону кимчи, чтобы был острый соус. И в третьем бутылечке соус для нашего сладкого бульона с кияки, чтобы вы могли бодяжить прямо вот на ходу, не отрываясь от кассы. Сегодня мы заказали мясо двух видов. Это говядина и свинина. Свинина и говядина, они японские, такие вот более или менее мраморные. Два лотка со свиньей, два лотка с говядиной. Но по мере их съедания можно заказывать еще в течение 100 минут. Сегодня заказали два соуса, кимчи и сукияки, но можно также заказать один соус.
Мне вообще нравится соус сукияки. Он немного сладковатый, не всем он нравится, потому что мясо со сладким соусом, это нужно привыкнуть и полюбить. А так очень вкусно, сладкий соус с мясом, плюс в сыром яйце с рисом, это прям пальчики оближешь. Мы до безобразия выгодные клиенты в данном ресторане, потому что мы не можем осилить даже первую порцию мяса. И вот что осталось, мы все впихнули, все возможное и невозможное. И это мы не можем съесть. Но обычно во многих шабу-шабу ресторанах те, кто оставляет мясо, либо заказывает еще и оставляет дозаказанное мясо в тарелках недоеденное, с них на кассе берут дополнительные деньги за несъеденный продукт. Поэтому обязательно доедайте в Японии, во всех ресторанах, не только в шабу-шабу. Независимо от того, снимутся у вас дополнительные деньги или нет, так как недоеденное блюдо считается верхом неприличия и бескультуре в Японии. Здесь еду оставлять нельзя. Спасибо, что сегодня покушали с нами. Смотрите нас, комментируйте и подписывайтесь. Всем пока!